Вторая поликлиника открыла для приема пациентов правое крыло здания. Таким образом, капитальный ремонт учреждения выходит на финишную прямую. Напомним, работы на объекте начались 4 года назад. Поликлинике катастрофически не везло с подрядчиками. Теперь результат налицо. Как сориентироваться в обновленных коридорах, сейчас расскажем. Без выходных отработал рабочую неделю медперсонал второй поликлиники. Причина – открытие после ремонта правого крыла здания. Большой светлый кабинет. У нас теперь есть и пациенты, которые были тоже довольны, которые приходили. Очень удобно. Честно говоря, мне было сейчас вот даже лучше, чем было в том кабинете. Во-первых, у меня компьютер стоит вот так, как мне хотелось бы. Стол, принтер, все рядом. За 4 года во второй поликлинике поэтапно отремонтировали кровлю, поменяли окна, привели в порядок фасады и прилегающую территорию. В прошлом году начались работы по внутренней отделке. Сегодня рабочие переехали в левое крыло здания. Работы продлятся до осени. К этому времени придут в порядок входную группу, регистратуру, раздевалку, помещение для картотеки. А пока пациенты оценивают качество ремонта правого крыла. То, что отремонтировали, это прекрасно. Мне очень нравится. Чистенько все стало. Очень хорошо. Так здорово. Просто прелесть. Молодцы. Очень красиво сделано. Вот. Это вообще на уровне каком, трудно даже сказать, какой уровень. Да. Все очень красиво, хорошо, удобно все. И кабинеты такие хорошие. Стеклопакеты, современный радиатор, отопление, светлые стены, неяркое освещение. Для комфорта пациентов удобная мебель. Дислокация врачей указана на большом информационном стенде. Третий этаж – терапевты, второй – для узких специалистов. Доврачебный прием идет на первом этаже. По окончании ремонта во вторую вернутся травматолог, хирург, уролог и лор. Пока они принимают на базе других поликлиник. В поликлинике предусмотрена реструктуризация этих кабинетов. Значит, все кабинеты хирургического профиля, травматолог, хирург, уролог будут располагаться на первом этаже. Это будет для пациентов гораздо более удобно. Уточнить график работы специалистов и вызвать врача на дом можно по телефону. Его номер, как и часы работы поликлиники, остались прежними. Наталья Российская, Алексей Буланов, Никита Кистанов. Новости дня.